участником данного проекта. Большая честь, и это очень приятно и интересно. Я участвовала в создании костюмов, так сказать, основы их форм. Танцы с цветами, танцы в цветах. Это так прекрасно. Wow Experience. Наташа Миронова. С Наташей Мироновой, с которой я знаком, наверное, уже лет 20. Мы работали с хризантемами Just Chris, работали с гортензией. Голландия же славится цветами, не только хризантемами, но вообще самыми разнообразными. Красивые проекты, это все очень интересно. Я думаю, что мы должны сотрудничать, развивать наши отношения и стремиться к совершенству. Flower Experience – великих свершений и новых чудес. Звучит как музыка, явление чудесное, а чудо, как известно, явление редкое.